Добрый день, дорогие наши подписчики и гости канала Арбат Хоумс. С вами компания Арбат Хоумс и я ее представитель Айгуль. Хочу сегодняшний ролик начать с хорошей новости. Компания Арбат Хоумс во главе с Асамом Баштугом будет в Украине. Точнее, это 22, 23 и 24 числа в городе Днепре. И 25, 26 числа будет в Киеве. Записывайтесь на личные индивидуальные встречи. Сегодня я нахожусь в районе Газипаша. Газипаша уникален чистейшим воздухом, имеется международный аэропорт и также красивейшая природа с хорошим пляжем. Все подробно у нас был ролик на канале с моей коллегой Татьяной Пекер. Можете его просмотреть, ссылочка будет под видео. А сегодня я хочу вам представить комплекс, который в стадии завершения строительства, сдается он в ноябре этого года, 2021 года. Комплекс состоит из двух блоков, 5 этажей, закрытой территории. На территории будет иметься открытый плавательный бассейн и парковка. Погнали! Сейчас, дорогие наши зрители, мы находимся в одной из квартир, которые представлены в этом комплексе. Квартира планировки 2+1, она линейная, 8-7 квадратных метров, имеется балкон и один санузел. Комплекс состоит из 5-этажных резиденций, их 2 блока, в которых выставлено на продажу несколько типов квартир. Это планировка 1+1, 55 и 60 квадратных метров, 2+1 площадью 87 квадратных и 2+1 дуплексы площадью 117 и 129 квадратных метров. Данная квартира, вот именно эта квартира, планировки 2+1, которая линейная, 87 квадратных метров, очень хороший, большой, широкий имеется салон, совмещенный с кухней. Квартиры будут сдаваться в чистовой отделке, полностью оснащенные сантехникой и встроенной кухонной мебелью. Здесь имеется один балкон. Дальше, если проходить, допустим, со входа, имеется вот такой вот встроенный шкаф прихожий. Можно будет здесь убрать обувь и верхнюю одежду. Дальше, проходя по коридору, мы видим с правой стороны общий санузел. Прямо будет находиться детская комната и родительская спальня. Обратите внимание, какая она широкая, большая, и имеется выход на балкон. А сейчас мы пришли в квартиру планировкой 1+1, у которой 60 квадратных метров. Обратите внимание, имеется коридор. И здесь небольшой прихожий шкаф встроенный, который такой прям в пол зеркало установлено. Находится здесь слева санузел. Санузел довольно большой. Вся сантехника имеется, также встроенный шкаф и под стиральную машину тоже. Прямо с коридора мы впадаем в спальную комнату, у которой большое окно в пол, панорамное можно его назвать, и также от застройщика имеется бонус роль ставни. Сейчас мы находимся в салоне, совмещенной с кухней. Посмотрите, в каком хорошем качестве установлена здесь кухонная мебель уже. Имеется 2 окна, это угловая квартира, она очень выгодна всегда тем, что можно будет ее хорошо проветривать. И имеется выход на балкон. А сейчас мы находимся в квартире планировки 2+1, дуплексы. Напоминаю, что дуплексы есть разных планировок, которые смотрят с разные стороны света. Есть квартира планировки 2+1 117 квадратных метров и есть 129 квадратных метров. Они имеют отличие. Квартиры 117 квадратных метров, они имеют отдельную кухню, это очень хорошо. А вторая квартира имеет совмещенный зал с кухней, но кухня угловая, зонированная, это тоже имеет плюс. А теперь, дорогие наши друзья, давайте подведем итоги. Просмотрели мы сегодня комплекс, который завершится в ноябре месяце этого года. Комплекс состоит из двух блоков.
5 этажей. Представлены квартиры 1 плюс 1 в планировке, 2 плюс 1 и 2 плюс 1 дуплексы. Стартовая цена в данном комплексе 56 тысяч евро. Если вам необходима детальная подробная информация по данному комплексу, пишите на номер, который указан на ваших экранах. Также еще раз хочу напомнить, что SMBA будет в Украине, точнее 22, 23, 24 числа в городе Днепр и 25, 26 числа в Киеве. Всем, кому интересно приобретение недвижимости в Турции, получение гражданства, получение дохода от инвестиций в недвижимость в Турции, пишите, звоните, записывайтесь на индивидуальные встречи, а я с вами не прощаюсь, говорю до новых встреч, пока-пока!